Перевозчики хотят поднять тариф на проезд во Владивостоке до 34 рублей. Но окончательное решение о цене поездки на общественном транспорте будет принято на следующей неделе. Как говорят сами перевозчики, такой тариф является экономически обоснованным. Подтверждающие расчеты они предоставили в администрацию Владивостока. Сейчас в мэрии внимательно анализируют эти документы. Окончательное решение о цене поездки будет принято на заседании комиссии по тарифам администрации Владивостока. Повышение тарифов обуславливается рядом факторов, среди которых закупка новых автобусов. Так, в 2018-м было приобретено в общей сложности 106 автобусов. Кроме того, ежегодно растет цена дизельного топлива, запчастей. Перевозчик оплачивает содержание и боксов и автостоянок для хранения транспорта и другие хозяйственные расходы. Цена на проезд в районе 31-34 рублей их, безусловно, устроит. На что, в свою очередь, глава Владивостока Олег Гуменюк подчеркнул, необходимо, чтобы новый тариф оставался социально ответственным, доступным для людей. Ранее в мэрии заявляли, что стоимость проезда точно не превысит 30 рублей. Нам же остается только ждать решения комиссии по тарифам.